Италия намерена прекратить участие в китайской инициативе «Один пояс, один путь». Страна присоединилась к проекту в 2019 году. Ее участие будет автоматически продлено в марте 2024 года, если Рим не прекратит его самостоятельно. Окончательное решение еще не принято, но премьер-министр страны Джорджо Мелони склоняется к тому, чтобы покинуть проект. Каковы риски для Италии? Может ли отказ от продления договора считаться нарушением? Sicuramente il memorandum of understanding non è un contratto, ma è sicuramente e quindi non ci sono delle implicazioni e dei doveri legali che le due parti devono rispettare, ma è sicuramente un accordo tra le due parti, un accordo che ha un significato soprattutto politico. Quindi ovviamente questo significato politico poi del memorandum può riflettersi sulle relazioni economiche tra Cina e Italia. При этом Мелони не хочет окончательно порывать с Пекином, чтобы не навредить итальянскому бизнесу. Вполне вероятно, что с Китаем будут подписаны и другие соглашения, но на этот раз исключительно коммерческие. В Риме хотят поддерживать с КНР хорошие отношения и продолжать совместную работу. Но, как отмечают эксперты, с учетом состояния отношений между США и Китаем, Италия не может оставаться союзником Вашингтона и в то же время участвовать в проекте Пекина. Президент США Джо Байден запускает грандиозный план восстановления экономики. И, как сообщается, многие итальянские компании хотят получить свой кусок пирога. Сильно ли рискует Италия, отказываясь от участия в китайской инициативе? It does carry some marginal economic risks, but I do not expect these economic risks to be huge. Or perhaps we could see actions against, I don't know, for example, luxury brands in China via boycotts. But I do see this as a very marginal and unlikely risk. But if China does not see this move as something that is damaging its core interests, we're probably not going to see much. Какое решение приняло правительство Мелони относительно участия в инициативе КНР, мы, возможно, узнаем на саммите Большой Семерки, который состоится 19 мая в Японии.